Это первый рейс национального авиаперевозчика по этому маршруту. Аэропорт «Крайний», обслуживающий космодром Байконур, принимает исключительно самолеты Роскосмоса и чартерные рейсы. И это именно тот случай. Embraer 175, на борту которого родственники участников 21-й экспедиции, представители официальной делегации, научное сообщество, спортсмены и молодежь. Прямое поручение президента Беларуси. Специально под такое звездное событие обновили обшивку. Марина Василевская как раз из бывших бортпроводников в Белавии. Конечно, все скучают. Практически каждый день ВКонтакте. Сегодня мы рано утром там, я ей посылал фотографии с нашего вылета, с ее родителями, с родителями Новицкого из-под самолета. И она не спала, и она это все дело присылала там улыбки, смайлики. Для большинства пассажиров рейса это первое знакомство с казахской степью. И точно для всех с Байконуром. Еще никогда в своей жизни они не были так близко к космосу. Поэтому Союз молодежи специально для белорусских первопроходцев привез символ пионерской организации – Рысика. Они тоже своего рода пионеры, только внеземных идеалов. У нас такая очень почетная и важная миссия – поддержать нашу первую космонавтку именно из нашей страны. Да, мы подготовили много-много разных плакатов, поэтому скоро все увидите. Кому точно не до громких речевок, так это родным и близким наших героинь Марины Василевской и Анастасии Ленковой. Волнение, страх и гордость – смесь отважных и сильных духом, а другим в космосе не место. Всю подготовку и весь полет они будут вместе, даже если между ними 430 километров невесомости. Как маме мне очень волнительно и страшно, но я уверена в том, что все будет хорошо. У нее такой экипаж хороший, командир и Трейси поддерживает ее, так что у них все получится. Все поставленные задачи она выполнит на 100%. Она всегда очень ответственна относительно к своей работе. Мама Ирина Викторовна, пустив слезу, еще расскажет во всеуслышание. Марина всегда была первой в учебе, танцах и кастинге в Белавии, но хотела выше. Подоспевший на помощь папа Виталий Федорович добавит, узнав об отборе в космос, подала заявку без оглядки. Трудности преодолев, все препятствия, и вот достигла цели своей. Пока родные и близкие участников космического полета знакомятся с Байконуром и историей покорения космоса, его главной героини Марина Василевская и Анастасия Ленкова к итоговой пресс-конференции на закончившемся накануне заседании Государственной комиссии утвердили основной экипаж 21-й экспедиции посещения МКС. Не сдержала эмоций мама уже космонавта и на итоговой пресс-конференции, как и сама дочь. Марина призналась, разлука семье дается нелегко и пообещала не более 12 суток и сразу домой. За родных переживаю, наверное, больше, чем они за меня. Потому что, конечно, для них это все впервые, неизведанное. Для них вообще не верилось, что я полечу в космос, что это вообще возможно. Поэтому переживают, мама вот плачет, сидит. Конечно, мама, не переживай, все будет хорошо. У меня очень опытный, хороший экипаж. Мы уверены в надежности ракетной космической техники. Все будет хорошо, не переживайте. По требованиям обсервации, в ней космонавты находятся с момента прибытия на Байконур, общение с журналистами исключительно через стекло. Так же, как с приехавшими на пресс-конференцию родственниками. Пожалуй, так близко и одновременно не вместе они не были никогда. Поэтому, чтобы приподнять настроение в зале и настроить себя уже перед стартом, каждый космонавт выбирает свою аудиопластинку. У командира Олега Новицкого в плейлисте «Ноты любви к родине». Та же песня «День Победы». Тенденцию подхватила и Марина Василевская и даже исполнила белорусские мотивы. Приезжайте, приезжайте, приезжайте в Беларусь. Сябры. Но все же больше вопросов было про космос, ожидания и задачи. У Марины Василевской запланировано 8 научных экспериментов, которые она пообещала выполнить. Но Олег Новицкий на правах командира внес коррективы с учетом вчерашней просьбы президента Лукашенко. Ну, первая задача, как сказал на встрече президент Беларуси Александр Григорьевич, это вернуть Марину обратно, на родину. Вот. А остальные 12 дней очень много работ будет по замене ложементов, переносу носимого аварийного запаса из одного корабля в другой, потому что наш экипаж будет спускаться уже на корабле Олега Кононенко. Вот. И свободное время, если такое появится, естественно, буду помогать Марине в проведении экспериментов.
Вот, и если нужно будет, может, даже сам в них поучаствую немного. Прозвучали вопросы и про любимое космическое питание у Марины, это творожок, и про косметичку, делить ее будут вместе с Трейси Дайсон. И, конечно, про главную традицию — просмотр фильма «Белое солнце пустыни». К нему они приступили сразу после окончания пресс-конференции. Ведь до старта меньше суток, а значит, земных дел не осталось. Все мысли только о высоком. Константин Герцев, Николай Ковалев, Байконур, СТВ.